Приветствую вас на канале Берхантер, мое имя Олег, и в этом видео мы поговорим о том, почему арбалет — это самый оригинальный подарок. На самом деле, арбалет — это замечательный подарок не только любителям Дэрила, Робин Гуда и индейцев. Арбалет будет замечательным подарком для людей, которые любят интересный опыт и новые ощущения. На самом деле, не важно, сколько человеку лет и какая у него физическая подготовка. Арбалет замечательно подойдет как ребенку за счет его простоты использования, так и настоящему профессионалу. Почему арбалет — это лучший подарок на все случаи жизни? Почему арбалет — это лучший подарок на все случаи жизни? Почему арбалет — это лучший подарок на все случаи жизни? Почему арбалет — это лучший подарок на все случаи жизни? На самом деле арбалеты бывают разные и под разные задачи. Есть для охоты и есть для развлечения. Активный отдых – это неотъемлемая часть нашей жизни, без которой мы просто не сможем нормально существовать. Спортивная нагрузка придает силы нашему телу, давая возможность отдохнуть нашему сердцу. Спортсмены и просто любители активного отдыха будут рады получить арбалет, ведь это разовьет их в глазомер, мышцы и подарит душевное спокойствие. Ну, с Богом! Арбалет не считается оружием, но это не помешает вам в случае чего защитить себя и своих близких с помощью этого арбалета. На близкой, средней и дальней дистанциях стрела в любом случае нанесет вред противнику, ну или хотя бы испугает и остановит его от злодеяний своим устрашающим видом. В Европе, кстати, арбалет — это достаточно популярное средство защиты, поэтому подарить арбалет — это позаботиться о своем ближнем. Если ваши знакомые приходят к вам в гости и видят на стене арбалет, то вы по-любому не останетесь без внимания. Экзотические предметы интерьера всегда вызывают внимание и повышенный интерес, а также немножечко зависти. Арбалет — это произведение искусства. Если ваш друг, жена или кто-то другой любитель всего необычного или хочет украсить свой дом чем-то необычным, то арбалет будет прекрасным подарком и дополнением к его интерьеру. Помните, что арбалеты – это достаточно безопасное оружие, и его, в принципе, можно дарить детям. Ну, при условии, конечно, что они будут пользоваться этим арбалетом только в присутствии взрослых. И еще хотелось бы, чтобы на арбалете был предохранитель. Лучший подарок для любителей компьютерных игр. Если кто-то из ваших знакомых любит PUBG Mobile или Counter-Strike GO, то он будет рад получить на Новый год или на день рождения арбалет, ведь он сможет в реальной жизни окунуться в его любимую игру и заодно посмотреть, как его руки справляются с оружием без использования компьютерной мыши. Своему другу-охотнику, а если вы еще как аксессуар подарите и прицел, то будет еще лучше. Своему другу рыбаку. Есть такая штука, как боуфишинг, охота на рыбу с арбалетом. В России она, правда, запрещена, но в Европе разрешена. Так почему бы не дать своему другу возможность попробовать что-то новое? Даря арбалет, вы не просто порадуете человека, но и лишите себя головной боли, что подарить в следующий раз. Стрелы, чехол, ЛЦУ, наконечники, стрелы и еще раз стрелы. И на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч!